가지고 구해서 넣었어. 정말 잘했네. Ну, не так. Я до этого довольно быстро. Погода не близко. Да, хорошо. Ты забыл один шар. Улички. Там же был дождь постоянный дождь. Ну, это же можно в этом золотые оправы. Да? Да, по $1000. Хорошо. Я тебе тоже что-то. Драгоценности? Да? Да. Бриллианты? Бриллианты. Я напротив Кремля. Человек у меня там долго. Пожалуйста.
Я не буду пояснять, потому что что будет там происходить, вы, я надеюсь, увидите. Что это такое, это, в общем, тоже трудно передать, потому что там много составляющих. Ну, все дело в интерпретации, конечно. А скажите, почему поля? Это специально? Да, да, это как бы, ну, единственное, пожалуй, такие, ну, непроработанные пространства, культурные, социокультурные непроработанные, они нас привлекают. Это как почти дикое место. А почему дикие места привлекают вас? Можете понять фразу? Ну, это такая зона такая, как бы, открытости, свободы, что ли, я не знаю, как. Где минимально, так сказать, существует давление как бы, со стороны социума, там, людей. Рынки, улицы, машины, все заняты, все понятно абсолютно. Там как бы этого ничего нету, и то, что мы делаем, в общем, соответствует этому контексту, который создает это пространство. И это искусство? Ну да, да, я думаю, что, ну как бы люди занимаются делом, да, мы занимаемся как вот таким искусством, не делом. Вот такая позиция, если можно так это выстроить, но я так сейчас только что это так вот. Потому что много есть комментариев по этому поводу, и, ну, так сказать, книги написаны, там, значительно, может быть, сложнее. Ну, так я как бы упрощаю вот до такого уровня. А скажите, специально можно было бы звонить туда-сюда, ну, телевидение? Это как бы круг заинтересованных лиц, это называется. То есть зрители наши как бы заинтересованы каким-то образом, по каким своим соображениям наши действия. Здесь это есть знакомые, есть незнакомые. Вот заинтересовались студенты там университета, словили, как заинтересовались, их я не знаю, но они как-то образом узнали, позвонили, ради бога. То есть нет никаких запретов на присутствие, то есть, но нет и широкой рекламы, потому что в этом нет тоже необходимости. И, как бы, совсем, мы заинтересованы в событиях. Собственно говоря, в некотором фабрике, то есть, собственно, там действует факт. А как бы ее жизнь старая обретается посредством документации, комментариев, фотодокументации, текстов, интерпретационных текстов и так далее. А сам акт не читал? Ну, я не знаю, я не думаю. А потом, собственно говоря, мы же работаем больше, так сказать, с таким как бы внутренним пространством, да, с сознанием. Собственно говоря, у нас есть как бы одно из составляющих. Это то, что у нас происходит внутри. А для того, чтобы как бы это произошло, можно же использовать и вторую, вторичную документацию. Да? Текст, фотографии, все равно как бы работает. Интерпретационный механизм сознания. Вот все миллионы людей могут ознакомиться от прибора, это книги, там, публикации, статьи. Да? Там получается, для нас это тоже очень интересно. Там же реакция бывает запоздалый, замедленный. Через несколько лет возникает странная зона напряжения вокруг нас. Там, в общем, это очень такая опасная, я бы сказал, дело, на самом деле. А почему? Потому что интерпретации бывают разные. Понимаете, да? Ну, то есть люди могут по-разному совершенно истолковывать эти события. Понимаете? Есть разные люди. Есть религиозные фанатики, фашисты. Что им голову придет по этому поводу? Потому что это очень сложно. Опасно заниматься искусством. Ну, в общем, ну пока, слава богу, так как бы все обходилось. Но вообще некоторые, так сказать, как напряжение иногда чувствуют. Ну, пожалуй, все, мы не будем затягивать, да, интервью. Я, так сказать, не был готов к этому абсолютно, но то, что я мог рассказать. Да, все, что ты говоришь. Thank you.
даже колонизация умирает. Так, да? Вот
Нет, давай. Я уже дал. По одному. Да. Ответить на все вопросы, которые... Права нет еще. У меня уже есть, чтобы... Я сюда положу. У кого нет еще? Он в поле ждет. Есть еще кто-то? Сергей. Только вложи в это. Нет, в конверт вложи. В конверт сначала. Нет, ты наш конверт сначала вложи. Так, держите это, я сейчас конверт дам. Владимир Лисичкин проводил пресс-конференцию. Он известный экономист, еще в годы перестройки прославился смелыми статьями на экономические и социальные проблемы. О чем же заявил на пресс-конференции Владимир Лисичкин? Вчера очень... Тут такой просто технический цех, текст, такой технический текст.
Вот тут про змеевики какие-то, вот про точечный контакт труб со стойками, что гарантирует отсутствие защемлений труб в стойках. Принципиальное отличие новой конструкции крепления от существующей состоит в неподвижном закреплении стоек на балках и обеспечении беспрепятственного проскальзывания змеевиков и так далее, и так далее. Вот я это потом на досуге почитаю. Так, ты чё, ты? А у меня тоже труба. Нет, у меня вот продубана. Да, на текст тоже слушает. Важен? Что? Я иду. Привет. Какая зеленая штука очень красивая. Скажи, у тебя уже есть своя интерпретация той акции? Ну, трудно сказать, интерпретации нету, но какие-то впечатления, которые, я не знаю, для меня были интересны, есть. То есть вот мне понравилась вот эта ситуация с двумя приемниками, которые вот какое-то время находились вот в этих закрытых таких отсеках, да. Вот, но потом их раскрыли. То есть вот мне кажется, что вот этот момент, когда вот эти два приемника были в закрытых отсеках, когда их никто не слышал, они что-то там играли, вот это, собственно говоря, было самое такое, что ли, главное. А с кем ты поговорил, с кем-то, это в процессе тоже или нет? Поговорить, ну это не обязательно, но конечно я буду говорить, так, то есть там через какое-то время, когда в следующий раз увижу Андрея, он очевидно спросит, как это мне понравилось, не понравилось, как мне показалось, может быть что-то расскажет по поводу этого, то есть конечно, да, конечно, какие-то разговоры будут. Хорошо. Как сообщили в министерстве обороны, после завершения испытаний корабль приступит к несению службы в Мировом океане. Крейсер водоизмещением более 26 тысяч тонн имеет два атомных реактора. На его борту размещаются три вертолета, а на вооружении находится 20 пусковых установок крылатых ракет. В автономном плавании он может находиться 60 суток. Которого многим государственным чиновникам, в том числе мэрам городов, платят неоправданно высокую зарплату. Законопроектом должен быть установлен потолок по зарплате. Что они поняли в вашей акте? Кто? Ну, дело в том, что зрители делятся на две группы. Те, которые очень давно ходили на нашу акцию, да, начиная с самого начала 80-х годов здесь. Те, кто ходил еще в 70-е годы, здесь, по-моему, нет ни одного человека. Это более старшее поколение. Но здесь есть те люди, которые ходили, скажем, в 83-м году. Вот. Поэтому они все понимают, потому что важен контекст. Отдельно это довольно сложно. А вторая группа, которая вот новая, это у каждого свои впечатления, чисто такие вот эмоциональные скорее. А то, что они там понимают, как они это интерпретируют, это надо у них спросить. Я этого не могу сказать. Эта вещь называется, скорее всего, она будет называться труба, потому что обычно вот по, ну что такое, труба лежит и все, да? Но она может еще называться два радиоприемника. И есть сообщение, или чтобы дать потом обсудить? Вот. Это можно, а потом обсуждается обычно всегда, да, но это чистое впечатление. Сначала это чистое впечатление, потом может быть обсуждение, может быть. Кто-то может написать какой-то комментарий, статью и так далее, рассказ. Это традиция у нас. И у вас традиция это сделать в полях, это есть цель какая-то? Обычно да. Обычно это или в поле,
или в лесу где-то, но бывает, что и в закрытых помещениях тоже бывает. А в полях какая цель? Впечатление. Общее впечатление. Простор, воздух и так далее. Это отличается от того, что происходит в мастерских, музеях, в галереях. Это совсем другая атмосфера. Совершенно другая. И по-другому работает эстетическое сознание. И другие впечатления. И чтобы понять, это не может один акт. Понятно. По одной довольно трудно. По одной, потому что совсем другие впечатления. Лучше, да, лучше сначала, потому что это как многосерийный фильм. Такого типа. Но может быть и отдельно. Может быть отдельно. А если в многосерийный фильм, что понять? Ну, просто историю. Это просто история, длинная история, 20 лет, как, например, бывает путешественник, который на 20 лет куда-нибудь, как Ливингстон, в Африку, да, он там 14 лет ходил, потом написал книгу по этому поводу. Были разные приключения, там, какие-то восторги, красота, были падения, там, ругань и прочее. Это такие вот, как бы, события, которые потом описываются. Но поскольку все вещи в основном очень простые, минималистские, да, то можно и по одной вещи что-то судить, поскольку минималист, простые. А вы знаете других групп, как ваша группа? Была очень хорошая группа «Мухомор» в конце 70-го, где-то с 78-го года по 83-4, вот так вот. Очень интересная группа, которые тоже делали акции, перформансы. Сейчас? Потом такой «Скерсис Захаров» был, «Жигалов Абалаковы» интересная группа. Ну, в общем, еще несколько групп. А сейчас? Сейчас немножко другое все. В таком минималистском плане сейчас мало кто работает. Это выбор или нет? Наш выбор. Ну мы да, поскольку у нас эта традиция, то мы в этой традиции работаем. А то, что мало группа сейчас, почему? Ну это я не знаю. Сейчас это сложно сказать. Обожаю. Где? Подкладка стоит. А? Подкладка стоит. Левая и правая. Завалим. Левый, правый.